Доброе утро, друзья. Ну что, наконец-то вышли на рыбалку. Вроде бы встал лед. Лед, конечно, слабенький. Вон он. Ну, уже отличился тем, что утопил вишню. Что мы сейчас будем делать, не знаю. Мы, может быть, чуть подложбать лед. Вроде бы здесь и не глубоко. И поискать ее. Какая красота. Погодка прелесть. А рыбы нема. Как-то так. Вот это у нас белка, да? Хаджабей. Ну, народ уже потихоньку собирается. Пока поклевок не было. Бурим ломки. Ищем рыбу. Соседи, видать, поймали пеленгаса. Ой, сколько ж радости. И наш Паша пошел посмотреть, что ж там такое. Ой, рыбалка такая. Тепло. Ветерок маленький. Ну и ладно, хай себе клюет. Отдохнем хоть. Тебя снимаю. Ты как разведчик, слышишь? Блесна. Большая блесна. Что он хочет? Ну что, Павлик, докладывай. Это ж маленькие шкеты, а ты вытащил? Ничего. Но он уже сезон открыл, он рыбу поймал. А мы с тобой еще не отпоймали рыбу. И ничего страшного. Зато отдохнули. А. Зимой пеленгас воняет? Здесь вообще рыба не воняет. Там... Я даже спрашивал за окуня, потому что я их не ловил. Они зимой вот и чайки не воняют. Понимаешь? Поэтому не знаю. А здесь рыба вообще. Понимаете, сказать такую вещь. Это я знаю 100%. Рыба, она держится там, где она. Вот краснознаменный ставок. Ну, мы ваня, там большой ставок, но сейчас уже воды нет, который. И вот на чистой воде, там большой ставок, чистая вода, краснознамен. Карась, как белый. Дальше туда начинается зименово, начинаются камыши и плесы большие. Вот мы на лодках там выходим, там карась желтый, понимаешь или нет? Один и тот ствол, ну там вот в вершине, в траве, вот он совсем другой карась, есть совсем другой карась. Ну что, остался где-то час, наверное. Зимний день короткий. Открытие, конечно, не важное. Ну, в том смысле, что нет рыбы. Ну, а так... Погода великолепная. Отдохнули классно. А что еще надо? Что-то
все счастье в рыбе, что ли. Поклевки были. Рыбу не держал. Ну так, в следующий раз будет удачнее. А напарники разбрелись кто куда. Ищем, ищем рыбу. Ну, уже все. Скорее всего, мы ее уже сегодня не найдем. Поэтому будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи.